У нас привыкли, извините меня, к России, чтобы было все на шару. Машину, извини меня, запарковал на ненужном месте. Он прекрасно знает, что ему за это не будет. Или штраф ему там дадут там 100-200 рублей. Да ему проще и легче заплатить этот штраф. В городе очень много машин. И, может быть, какой-то поток будет этим отсеян. Извините, в Европе это нормальное явление. Возьмите ту же самую Германию. Там парковки везде платные. Может быть, с одной стороны, это правильно. Так же, как и платные дороги. Вот. Ну, наверное, автомобилисты меня сейчас не поддержат. Но если у нас уже становится столько же машин, сколько в Европе и в Соединенных Штатах, ну, в крупных городах, значит, мы должны делать платные парковки. Иначе, что, уже будут драки с применением холодного и горячего оружия за место в центре города. Платная парковка – это норма в европейских странах, норма в Америке. Ее надо вводить. Но, во-первых, она должна быть абсолютно соразмерима по цене. Во-вторых, она должна быть качественна по оплате. Я не должен бегать и искать автоматы, которые не работают, и отправлять непонятные смс. Я должен подойти к автомату и оплатить карточкой или наличными. Платная парковка неизбежна внутри крупных городских агломераций. Внутри крупных городов-миллионников. Таких у нас на сегодняшний день 15 по России. Москва первая показала пример, остальные наверняка города-миллионники последуют. Не надо этого стесняться, не надо по этому поводу плакать. Здесь важна только организация, чтобы заплатить можно было быстро и удобно. И куда эти идут деньги? Эти деньги в первую очередь идут в бюджет. А то есть у нас эти деньги будут также идти в бюджет нашим пенсионерам, нашим малоимущим слоям населения. И самое главное, нужно делать парковки не на улицах, а строить их под домами. Для того, чтобы люди могли приезжать, ставить и сделать разгрузку, в первую очередь, самой Москвы. То есть проще и легче под землей запарковать машину, да, чем эта машина, например, будет мешать транспорту наверху. Надо привыкать, потому что для того, чтобы чувствовать себя спокойно, для того, чтобы не сдирать сосульки с машины каждое утро, в конце концов, надо немного заплатить. Надеюсь, что Москва покажет пример не только как первая, кто вводит оплату, но и как будет первая, кто правильно это организует и всем пример покажет. Вот, например, в Нью-Йорке, это очень престижно занять место на парковке, потому что там парковка, 500 метров парковка, это абсолютно нормально. Люди привычны парковаться на парковке, даже половина из них бесплатная, и парковка вот решает проблему. Но лучше всего не водить машину, а ездить на велосипеде.